Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и сегодня я вас приглашаю на прогулку по старейшему монастырю на территории города Буэнос-Айрес. Идемте прогуляемся. Монастырь Санта-Каталина де Сиена – одна из скрытых жемчужин Буэнос-Айреса. Вы не сразу его увидите, гуляя по улицам города, и в то же время он расположен в одном из самых оживленных районов города, в зоне ненасытного потребительства, напротив торгового центра «Галерея Спасифико». Ничто не может быть столь далеким для духа монахинь Доминиканского ордена, чем коммерция под стенами монастыря. Санта-Каталина – это первый женский монастырь на территории Буэнос-Айреса, который действовал на этом месте с 1745 по 1974 годы. После открытия торгового центра монашки покинули веками насиженное место и переместились в пригород мегаполиса в Сан-Хуста. В церкви при монастыре много тайных помещений. Под алтарем Сан-Элоя, покровителя мастеров серебряных дел, находится исповедальня, которая служила для прихожан этой церкви. Присутствовать на мессах для мирян монахини не могли, орден был очень строгих правил. Но в верхней части церкви была скрытая галерея с круглыми тайными окнами, через которые монахини наблюдали за службой в церкви. Подглядывать за службой, на которую в том числе приходила родня, можно было из-за решеток в хорах. Кто же уходил в монастыри? Давайте для начала немного окунемся в историю. С основанием города Буэнос-Айрес в 1580 году сюда прибывают различные мужские религиозные ордены. И только в начале 18 века священник Дионисио де Торрес выступил с инициативой перед королем Испании открыть в Буэнос-Айресе женский монастырь. Так, в 1745 году, в преддверии Рождества, тогда еще в окрестностях Буэнос-Айреса открывается первый женский монастырь в уединенном районе загородных домов под названием Мансана дель Кампанера. Пять первых монахинь прибывают сюда из монастыря Санта-Каталина де Сиена в городе Кордова. Монахини были в пути около 15 дней. Они прибыли в Буэнос-Айрес в мае 45 года и остановились в доме с приготовленной специально для них небольшой часовней, где они и жили до открытия монастыря 21 декабря 1745 года. Девушки, которые отправлялись в монастырь, оставляли свои семьи, свою повседневную жизнь, становились невестами Христа. Они дали обет послушания, целомудрия, бедности и входили в мир толстых стен и тайн. Вставали на заре в 5 утра, и в течение дня у них было 8 ежедневных молитв. Помимо религиозных, они выполняли и множество других задач. Возделывали сады, содержали в чистоте это огромное здание, реставрировали произведения искусства, занимались переплетом книг, вышивали, шили религиозные одежды и приданное для новобрачных. Выходящие замуж девушки из высшего общества знали, что могут заказать приданное у послушниц. И это считалось особой роскошью. Это, кстати, те самые окошки, через которые товар можно было отдавать мирянам и при этом оставаться незамеченными. Правила монастыря были очень строгими. Монахини ходили полностью закрытыми. Их лица были спрятаны за вуалями. Они носили самую скромную обувь, и им запрещалось носить украшения и даже веера или четки. При этом в монастырь могли попасть девушки только из богатых и знатных семей, законно рожденные, чистой крови и способные заплатить дань монастырю за свое содержание,
что их заставляло решиться на этот шаг? Причины были разные. Выбор религиозной жизни оправдывался либо опасностями бренного мира, либо признанием служить Богу. Для знатной семьи это было особой гордостью отдать одну из своих дочерей в монастырь, чтобы она молилась за всю семью. Ну а что, удобно очень. В богатых семьях тоже рожали по 10 детей в среднем. Почему бы одну из дочерей не отдать для служения Богу, чтобы она замаливала грехи за всю семью? Дань для монастыря представляла собой сумму денег, которую начинающая монахиня должна была доставить в монастырь, прежде чем исповедаться и принять постриг. Дань должна была выплачиваться серебром. Скидки предоставлялись для девушек, которые хорошо играли на музыкальных инструментах и умели читать. Такие даже бесплатно могли поступить в монастырь, если у семьи не было денег. А это специальные окошки, через которые монахини могли общаться с навещавшими их родственниками. В монастыре существовала четкая внутренняя иерархия. Монахини в черной одежде, основной задачей которых было чтение богослужения, и монахини в белой одежде, которые выполняли хозяйственные работы. Поскольку в монахини шли девушки из богатых семей, они с собой могли в монастырь приводить и своих помощниц, и рабынь, которые постриг не принимали, а выполняли только самые тяжелые работы. Монахини в черном или певчие были созерцательными монахинями, главной задачей которых было достичь единения с Богом через молитву. Молитвы были составлены на латыни, и этому делу их обучали наставницы в течение первого года послушничества. Монахинь в белом было немного, и им приходилось заниматься физическим трудом, также участвовать в богослужении. Во время поста их могли освобождать от тяжелого физического труда. Обязанности по монастырю были строго расписаны и насчитывалось до 24 должностей. Настоятельница, управляющая послушницами, матери совета, певчие, ризничие, повара, медсестры, секретари и другие. Монахини выполняли различные работы, такие как переплет книг, реставрация произведений искусства, изготовление религиозных украшений, вышивка, шитье. Некоторые были посвящены литературе, поэзии и музыке. Настоятельница монастыря избиралась каждые 3 года тайным голосованием из монахинь со стажем более 12 лет. Результаты выборов должен был подтвердить епископ. Настоятельница не могла избираться 2 срока подряд. После выборов она выбирала супериору, и далее на совете с 4 старейшими монахинями выбирали тех, кто займет оставшиеся должности. Кроме монахинь, в монастыре также проживали донады. Это были проверенные слуги, которые носили монашеские одежды и отвечали за рабов и слуг. Они могли оставаться в монастыре на всю жизнь. Это были выходцы из низших слоев общества, смешанные расы или освобожденные рабы, которые, желая жить в религии, нашли место в монастыре, посвятив себя домашним делам. И на самой низшей ступеньке монастырской иерархии находились рабыни. Они попадали в монастырь путем их покупки. Их могли пожертвовать жители города, но по большей части они попадали в монастырь, сопровождая монахинь. И уже будучи в монастыре, они выполняли в большинстве своем общественные работы. Как я уже сказала в начале видео, сегодня это историческое здание
покинута монахинями. Что же сегодня происходит с монастырем? Раз в месяц здесь проводят экскурсии. Также вы можете снять свой офис на территории монастыря. А если хотите просто насладиться тишиной и атмосферой этого места, то в патио вас ждет прекрасное кафе. И если вам очень повезет, то во время, когда вы будете наслаждаться чашечкой кофе или чая с местными сладостями, вы можете увидеть птичек колибри, которые опыляют цветы в этом монашеском саду. Очень рекомендую!